Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 сентября. Так как у меня сибирский регион, конечно, у нас уже холодно, у нас утром пар изо рта, и почти все томаты у меня уже убраны. Видите, тут уже и подготавливается на будущий год почва. Чуть-чуть казанова осталась. Но я сейчас подошла к вам, чтобы рассказать еще об одной новинке, которую в этом году я выращиваю впервые. Это номер 232. Супербанан называется. У меня долго стоял вопрос напротив этого наименования, потому что я все ждала, когда этот сорт покажет те свои сортовые характеристики, которые заявлены и которые нарисованы на пачке. Ну, как обычно бывает, мы же огородники такие падкие на красивые вот эти картинки. Некоторые, которые такие, как фантазийные, компьютерные, вот на все эти новинки. На картинке нарисован такой длинный-длинный плод, как под вид, вот как алый мустанг, ярко-алого, такого блестящего цвета. И когда я стала подробнее изучать информацию, я заметила, что очень различается вот эта вот картинка, которая на пачке, и те реальные фотографии, которые огородники присылают, ну, по описанию сорта «Супербанан». Все мы бросаемся на это супер. Вот у меня вот этот супербанан, который заявлен до 20 сантиметров, должен быть в длину. Это как палка в длину линейку детская, вот школьная. Потом супермодель тоже заявлена, номер 272, такая длинная, изящная. Вырастает совсем не такая. Вот у меня супербанан, конечно, я ничего не говорю. Урожайный, все, красивый, весен, увешен вот этими вот, как сказать, маленькими такими перчинками. И по описанию он схож, что он, да, продолговатый такой, как перцевидной вытянутой формы, с носиком. Но ни один из плодов не дотянул ни до 15, ни до 20 сантиметров. Я не знаю, можно смерить, но где-то десятка есть. И, конечно, не знаю, расхождения большие. Я думала, что, может быть, это пересорт, но посмотрев, еще раз повторюсь, в интернете реальные фотографии людей, у которых тоже выращивается супербанан, я поняла, что это, скорее всего, наверное, тот самый сорт, просто немного на картинке его приукрасили, и вот такой, как он должен быть, он не получился. Видите, он длинный, да, он банановидный, но вот по моим ощущениям, это не супербанан, это просто банан. У меня есть же тоже сорта банан-оранжевый, банан красный, банан желтый. Все они вот такой формы, вот такого примерно размера. Супербанан из него не получился. Но все-таки этот сорт супербанан, я еще подумала, может быть, было жарко, может быть, ему не хватило влаги, потому что здесь, видите, нет ни капельного полива, ничего, и поливать так часто, возможно, как они хотели, я не могла. Я специально вот этот куст оставила, чтобы он... Вот сейчас уже влажности много, все, может быть, он вырос бы, удлинился, но нет, он так и остался. Ну, значит, будет такой. Вот по моим ощущениям, это не супербанан, он его можно отнести к простому банану, но все-таки сорт называется супербанан, номер 232. Вот показала, как он выглядит. Если будет время, я буду, когда я разрезать, сейчас буду выпускать с них семена, они хорошо вызрели как раз, повисели на такой, как сказать, холодом еще закалились. Вот теперь это у меня точно будет супербанан. Когда буду выпускать семена, я покажу вам, что у него внутри. Но если так, общие характеристики. Сорт индетерминантный. Вот видите, он вот так рос. Вот это до меня дорос. Вот это идет уже выше меня. Если бы холод не наступил, может быть, он еще... Видите, теплица у нас сколько там? 2 метра высотой. Он примерно с 2-метровый вырос. Нам холод не дает индетерминантным сортам до конца дорастать. Все, и так он весь увешан был плодами. Это же я еще собирала летом с него. Вот такой 2-метровый индетерминантный. По описаниям 120-150 граммов примерно плод. Но у меня, наверное, больше 100 граммов нет веса. Такие они все у меня очень аккуратненькие. Такие бананчики небольшие. Очень красивый. Такой яркий, форма прекрасная, но, скорее всего, в консервировании больше всего подойдет, потому что для салатного сорта все-таки он немного мелковат. Потом буду дегустировать, я вам еще раз покажу. Ну, вот это вот сорт супербанан, который получился не очень супер. Все, до свидания.